Всем привет из Питера. Сегодня воскресенье, 26 апреля. Чем сегодня поделюсь? Ну, первая новость, да, я за сборщика получил небольшую там зарплату, ну, первую часть зарплаты. Хочу сказать, да, сумма, я не буду ее даже озвучивать, сумма маленькая, в принципе. Вторую часть обещают дать 8 мая, но, в общем, на питание должно этих денег хватить, по крайней мере, на май. Вот такую новость могу сказать. Хотя тогда мы были под большим сомнением, думали, что нам не заплатят. Начали тут люди уже и панику поднимать. Мол, да как так-то? Но в итоге вчера уже почти в 9 вечера деньги перевели. Да, это радует, новость хорошая. И еще есть такая новость не очень... Она не то, что печальная, она очень неприятная. У меня не получается забрать трудовую с прошлой работы. Потому что я сказал, что общепит находится в тяжелой ситуации, и, короче, трудовую не получается забрать. Это печальная новость. Ну, а теперь поделюсь своими очередными наблюдениями из жизни в Питере. Значит, что здесь стал замечать? Здесь многие люди переходят дорогу на красный сигнал светофора. И, честно говоря, я даже точно так же сам иногда стал нарушать. Ну, потому что действительно, да, я уже рассказывал, что светофоры здесь как-то, ну, они по-дурацки настроены во многих местах, что вот реально машины все стоят, грубо говоря, там 10-15 секунд, и горит красный свет. А машины все стоят, а для пешеходов красный свет горит. То есть, ну и как мне один раз сказали, а что стоять-то, что ждать? Ну, нет машин, но можно переходить. Главное, чтобы не попасться. Еще поделюсь тем, значит, как отличить петербуржца от, ну, то есть коренного петербуржца от тех питерцев, которые сюда приехали. Ну да, есть такое понятие, как речь, да, можно отличить человека по речи. Вот меня, кстати, многие люди, даже вот начинаешь там с ними разговаривать, сразу вот узнают, что сразу не питерский по речи. Вот наше это курское гэканье здесь очень заметно, то есть буквально там одно предложение нужно человеку сказать, он тебя спрашивает, а ты откуда приехал? Ну, я так, допустим, не умею различать. Я, например, различаю по питерским выражениям. Например, когда человек здесь говорит не гречка, да, вот как мы говорим, а греча, значит, он коренной петербуржец. Или не курица, а кура, например, значит, он тоже коренной петербуржец. Значит, такие слова, как парадная и подъезд, да, ну... А парадное говорят только в основном уже люди, которым там, ну, где-то за 50 лет, и то не все. Большинство говорят подъезд. Хотя вот мне один раз сказали, да, я так что-то начал про это разговаривать. А мне говорят, а что вот именно кто подъезд говорит, а кто парадное? А мне отвечают, в общем, на этот вопрос. Ну, парень, так с ним просто разговаривали. Он местный, короче, коренной питерец. Он говорит, ну, подъезд, это обычный подъезд. Как и в Курске, как и в Белгороде, как и в Кирове, в том же самом, в Калуге, в любом городе России, так и в Питере. Вот, а парадное, это именно заходишь, и все мрамором отделано. Вот это парадное. Но здесь, говорю, большинство, конечно, говорят подъезд. Еще разговаривал, да, с петербуржцами, когда, ну, на работе. То есть, например, там спрашиваешь человека, а ты там, ну, местный, да, здесь родился. Он говорит, допустим, у него спрашивают, а ты питерский? То есть ты коренной петербуржец? А он говорит, я не петербуржец, я ленинградец. То есть уже понятно, да, что человек родился не в Питере, а в Ленинграде. Ну, в принципе, те, кто родились до 1991 года, могут
называть смело себя ленинградцами. Поэтому, ну, и знаете, они прям, ну, это мне нравится, допустим, да, это, знаете, вот даже какая-то гордость у людей, что вот, мол, я не в Питере родился, еще а в Ленинграде. Так, да, тоже подготовился к видео, потому что иной раз снимаю то, что у меня в голове, то, что у меня в мыслях, да, потому что у меня все-таки не фильм о переезде, не сериал, а реальная жизнь. Это все на реальных событиях. А у... Здесь, то есть, должен быть, конечно, и сценарист, и режиссер. А если все единственный, и сценарист себе, и режиссер, и оператор. Поэтому, когда бывает, готовлюсь, когда нет, и все-таки, иной раз извиняюсь за... Может, где-то что-то некачественно снял, где-то нечетко что-то сказал, потому что по-хорошему это все... Тем более я снимаю на улице, а по-хорошему это все надо бы где-то что-то переснять, где-то что-то вырезать, где-то что-то смонтировать. Итак, значит, поделюсь. Интернет в метро. Есть Wi-Fi. Есть Wi-Fi, но у меня почему-то не удается к нему подключиться. Но хочу сказать, что мобильный интернет ловит, вот у меня мегафон, ловит, значит, на станциях 4G связь, в тоннелях, ну, то есть перегонах, H+, ну, когда Ешка бывает, то есть, когда тоже 4G бывает, по-разному, а на станциях 4G ловит. В одном из видео я говорил, то, что здесь в трамваях есть розетки, да, и USB-зарядки. Также вот ездил тут в троллейбусе по Московскому проспекту до электросилы. Тоже замечал, не во всех, конечно, троллейбусах, но в некоторых тоже есть как розетки, так и USB-зарядки. Ну, в общем, в Курске нигде этого нету. Так, сейчас еще хочу, с чем я тут поделился и... Значит, здесь наблюдаю очень много велосипедистов. Ну, в основном это курьеры, там, Яндекс.Еды и прочее. Но на велосипедах много людей. На велосипедах, на самокатах. В Курске намного меньше таких людей. И вот что-то я раздумываю. Тоже было бы неплохо себе велосипед купить, бы по Питеру покататься на велике. Вот мне это очень нравится, кататься на велосипеде. Но в Курске это тяжело делать. Ну, тяжело ездить, потому что холмы кругом, местность холмистая. Там спускаешься, ты хорошо под горочку едешь, а вот подниматься на горочку, ох, как это непросто. А здесь более, ну, здесь смотрю, так равнинная местность, в общем, можно кататься на велике. Дальше в транспорте, практически везде, в автобусах, троллейбусах, в трамваях объявляют остановки. В Курске, допустим, в автобусах вообще не объявляют остановки. Здесь везде объявляют. В большинстве моделей стоят информаторы электронные. Даже вот ехал на автобусе от Окея на Богатырском до метро Комендантский проспект. Там показывал на экране, сколько до ближайшей остановки метров осталось. То есть автобус едет и показывает, сколько до ближайшей остановки метров. То есть такого тоже нигде не наблюдал. Ну, я считаю, это неплохо. Это очень неплохо. И еще на большинстве остановок здесь имеются карты местности, ну, ближайшей, там, ближайшего района. То есть написано, какой там автобус или какой троллейбус, ну, то есть маршрут здесь останавливается. И большая карта местности, то есть с домами, если это центральная часть, то там и какие-то достопримечательности есть, и в метро такие же карты есть на станциях.
И вот, ну, на наземных, наземных остановках не на всех. Но вот на здесь, на Московском проспекте, допустим, вроде как есть. Потом на проспекте Косыгина, на трамвайной остановке, по-моему, улица Осипенко. Ну и не только там, вот на проспекте Новаторов остановка, по-моему, проспект Новаторов или улица Хасанская, тоже трамвайная остановка. Там также эти карты, и есть система ГЛОНАСС, показывает, через сколько трамвай, там, через 2 минуты, там, через 5 минут, через сколько он приедет. В принципе, показывает все четко. В принципе, показывает он четко, ну, там, может, сбой там на 1-2 минуты есть у него. Ну, а так, показывает более правильно. Ну, это, в принципе, все, да, вот чем я хотел поделиться. Хочу вот вам сказать, время, вот, когда я 2 недели назад снимал на площади Карла Фаберже видео, где я рассказывал, значит, и то, месяц в Питере, да, и, то есть, вот было вот столько, да, сейчас уже там 9 час, наверное, да. Тогда уже было темно. Посмотрите, как сейчас светло. Это обводный канал за мною. То есть, да, световой день очень быстро прибавляется, тем более, да, через месяц уже белые ночи. Хоть бы коронавирус закончился, вся эта карантинная пандемия бы закончилась. И можно будет хоть на белые ночи погулять по городу. Очень, кстати, хотелось бы. На этом все, друзья. Всего доброго. Пока.